Всех приветствую в эфире Кровь ТВ, напоминаю, наш партнер медицинский центр «Призма», мы благодарны всем нашим спонсорам, подписчикам на Патреоне. Сегодня в моем эфире Денис Пилыш, политолог-международник, член редакции журнала «Спильно». Денис, здравствуйте. Привет. Давайте посмотрим, у нас тоже, в общем-то, Восточная Европа – это оплот консерватизма, традиционных ценностей, и, по-моему, выборы в Польше как раз это и показали. Или же все-таки результат того, что довольно-таки близкие показатели, такой сильный региональный разрыв между Западной и Восточной Польшей говорит о том, что вполне возможно какое-то изменение режима права и справедливости на какой-то другой, более проевропейский, как вы думаете? Ну, вообще, да. Польша, она уже стала такой птицей во языцах после Венгрии, вот таким примером правоконсервативного, правопопулистского правительства, при этом крайне там успешного в плане там воздействия на собственный народ и пользующегося ответной поддержкой. И многие как раз говорили, что с тех пор, как эти выборы переигрались, гражданской платформы оппозиционной партии сменился кандидат, что вновь вернулась интрига, и сейчас это будут самые с 95-го года, когда Валенса соревновался с Квасневским, это будут самые конкурентные выборы, и самые с нерешенным результатом. Но в итоге все равно получилось, что при высокой явке, в отличие от большинства выборов, которые происходят на фоне пандемии, Дуда все так же довольно, не то чтобы довольно уверенно, но разрыв больше 1%. И опираясь на сельскую местность, опираясь на мелкие населенные пункты, и опираясь, про этот географический разрыв, который часто любят налагать карту, где заканчивалась там Германская империя, при разделе Польши начиналась Российская, и насколько это коррелирует с нынешними голосованиями, то, в принципе, произошло все то, что произошло и 5 лет назад. Более того, даже до некоторой степени как раз отошла большая фрагментация польской политики, потому что как раз на парламентских выборах мы видели подъем других альтернативных сил, то есть, с одной стороны, вернулись в парламент левоцентристы, включая Союз демократических левых сил, на самом деле такую умеренную, вполне прорыночную партию, основанную бывшими коммунистическими функционерами, так и более молодые силы вроде либеральной весны Бедраня и действительно социалистической партии Разом, новой левой партии, впервые попавшей польский парламент, и на правом фланге там тоже произошла перегруппировка. И конфедерация, которая объединяла там ультраправые, монархические, какие-то праволибертарианские силы, она тоже показала рост, здесь мы увидели просто на президентских выборах, что тоже был там условно третий кандидат, тоже бывший журналист, но при этом это было... То же самое было и 5 лет назад, когда там был музыкант Кукис, тоже с популистской программой. В принципе, сильно избирательная структура польская, она не изменилась. Но, возможно, несколько усилилось противодействие как раз со стороны гражданской платформы, но при этом тоже надо понимать, насколько Польша ушла вправо, потому что гражданская платформа в основе своей это партия отнюдь не либеральная, как ее обычно представляют. Это партия, как минимум, либерально-консервативная, партия, входящая в Союз европейских консервативных партий, Европейскую народную партию, так же, как и партия Орбана, например, Фидес. И при этом она как раз несет отпечаток этой более разрушительной в социально-экономическом плане политики предыдущих десятилетий, тогда как право и справедливость, они успешно апеллируют не только к этим правоконсервативным как раз установкам и страшилкам, каких-то педофилов и все прочее, но и тем, что
среднестатистический уровень жизни для рядового там польского обывателя, он рос. Вот. И то, что их политика, она как раз более, ну, и в социальном плане она более популистская. Вот. Поэтому Польша такой случай как раз, с одной стороны, довольно характерный для Восточной Европы, вот, где тоже мы видим, что происходит в основном соревнование таких национал-консервативных сил, но которые при этом пытаются быть ближе к народу, и либеральных сил, которые иногда выступают как левоцентристские или якобы социал-демократические, но при этом которые скорее укоренены в таких типа более каких-то элитарных слоях, и которые как раз этого контакта с широкими слоями они очень часто лишены. И при этом они очень часто, за ними еще идет вот вся эта политика приватизации, что они проводили с не меньшим энтузиазмом, чем их правые оппоненты. Вот. Но при этом еще это сильное такая противостояние такой националистической, да, и проевропейской, такой более космополитической линии. И при этом разные национализмы, национал-консерватизмы, они друг друга усиливают. То есть всегда обычно есть на что показать, что вот нас там гнетает, если не Брюссель, то вот кто-то из соседей. Вот. И в случае Польши тоже наши же украинские националисты, они, конечно, тоже свою лепту внесли в то, чтобы как раз раскрутить вот эти вот все вопросы того, что вот историческая память, там, глорификация там, УПА, вот, Бандеровская УН, вот, и прочих вещей, которые заведомо являются раздражителями для польского общества, и которые могут поднять на щит как раз вот те же польские националисты. То есть идеологически между этими разными сортами националистов в разных странах разница она минимальна. Но как раз благодаря этим болезненным вопросом либо истории, либо текущего момента, как там в случае там, между там, венграми и румынами, или, там, венграми и словаками, вот, или венграми и украинцами, опять-таки. Вот эти все вопросы, которые все еще существуют, вот они позволяют мобилизировать на таких ура-патриотических лозунгах электорат. Ну и это мы видим. А что насчет балканских стран? Там тоже вроде бы выборы прошли. Да, прошли выборы в двух бывших югославских республиках, выборы в Хорватии, выборы в Северной Македонии, как она уже называется, со времени соглашения с Грецией о переименовании страны. И в Хорватии там тоже вот, да, там есть большая печать вот, наследия вот этих войн, сопровождавших распад Югославии, как раз вот было 25-летие резни в Сребренице недавно. И в Хорватии при власти осталась все та же партия Христианский демократический союз, но которая как раз коренилась исторически вот в этом национализме 90-х. Вот Франьо Туджман, ее основатель, весьма авторитарный президент, ну, такой характерный пример вот этих пост-югославских лидеров, которые апеллировали к национализму и к в значительной степени к нетерпимости к своим бывшим там славянским братьям. Вот то же самое было, естественно, в Сербии, то же самое, но в меньшей степени было в меньших странах. Ну и эта партия, она благополучно осталась при власти, хотя она потерпела поражение на предыдущих президентских выборах, когда к власти пришли тоже формальные местные социал-демократы, ну, в лице президента. Но на парламентских выборах им показатели улучшить не удалось, в первую очередь из-за того, что была низкая явка как раз в тех регионах, где их больше поддерживают. Но при этом, чем, по-моему, примечательны хорватские выборы, тем, что в Хорватии следом за Словенией, которая самая благополучная из этих всех стран, тоже в парламент прошла новая левая сила, красно-зеленая коалиция
вокруг платформы Можеме, вот, куда там входит Рабочий фронт и несколько инициатив, связанных с местным самоуправлением в Загребе. И что это довольно такой нетипичный тоже случай для Восточной Европы, где, в принципе, вот как я описывал, на этом политическом поле для него, на нем вообще, в принципе, нет места для каких-то новых социалистических сил, которые были бы не связаны, с одной стороны, с какими-то старыми вот этими партийными функционерами, а с другой стороны, не были бы связаны тоже с просто либеральной политикой, которая проводится под вывеской социал-демократических партий. И в Македонии Северной тут тоже такой характерный случай, потому что в Северной Македонии длительное время тоже управляла партия ВМРО, там Всемакедонская революционная, там, ну, в общем, неважно. В общем, партия ВМРО, чье правление было все более тоже грузло в коррупции и авторитаризм, привела страну к массовым протестам в 2016 году, которые вынудили ее правительство уйти, и сейчас в итоге ее там главные функционеры, начиная там с Груевского, они либо сидят, либо под тоже судами за вот эти многочисленные случаи там не только коррупции, но и там политического насилия и всего прочего. То есть это была партия, которая есть партия, которая апеллирует к таким национал-консервативным ценностям. Они изобретают древность Македонии вот, в рамках этой гонки с греками. В свое время они разбазарили там, кучу средств на то, чтобы расставить как по столице Скопье, так и по стране монументы, посвященные древней македонской истории. Мы понимаем, что вот, ну, сама история македонской нации, славянской македонской нации, это довольно короткий охватывает отрезок времени. Вот, и это, ну, тоже такое. В начале века они еще считались, 20 века, они еще считались там частью условно болгарского народа обычно, вот, хотя там были и сербской ориентации. Вот, и какая-то македонская идентичность, она довольно поздняя вот, для этого. А для того, чтобы оправдать как-то в идеологических целях вот эту всю пропагандистскую машину, они запускали с тем, чтобы ссылаться на древнюю историю, вот, что, дескать, и Александр Македонский, Филипп Македонский, вот это все, они были не полуэллины, как было на самом деле, там, да, там периферийная ветвь греческих народов, а вот это были наши предки, вот, и там и находились тоже свои всякие бебики, как у нас, вот, которые там доказывали, что вот, значит, древняя македонская история, 4000 лет мы никуда отсюда не уходили. И этим все, это все велось для того, как раз для вот этой вот противостояния с Грецией, потому что Греция запрещала Македонии называться Македонией, поскольку часть Македонии Южная находится на территории Греции, это уже для греческих националистов раздражающих фактор. И из-за этого как раз блокировались переговоры о вступлении в НАТО, и это как раз было, естественно, самым важным, потому что вот когда НАТО сказала «надо», вот, то и Греция, и Македония на тот момент ответили «есть». И в итоге правительство Ципроса, да, иронично, коалиция радикальных левых СИРИЗА в Греции, и правительство Зуева, социал-демократической партии в Македонии, они подписали это Преспское соглашение, которое как раз разрегулировало этот длительный конфликт, длившийся с начала 90-х, между Афинами и Скопьей, о том, как именоваться Македонией. Она стала Северной Македонией, вот, и разблокировала какие-то ее вот, дальнейшие шаги вот, в направлении этой всей интеграции. И поэтому на этих выборах в МРО как раз стремилась взять реванш из-за того, что вот нашу там, национальную гордость-то попрали, вот, разрушили. И примечательно, что эта партия на свое время сама начала движение там, в НАТО, ЕС, это все прочее. А сейчас в силу политической конъюнктуры они тоже стали такими, ну, немножечко как Орбан. Они тоже там любят бороться с Соросом. Они создали там целую какую-то проправительственную организацию по борьбе целый с Соросом. Целый фонд антисороса. Фонд антисороса, да. Вот. Они тоже
в значительной степени переориентировались там на Россию, там говорят хорошие вещи там про Путина и все прочее, вот в пику как бы этим европейцам. Но тут так же, как с Орбаном, это вопрос такой чистой конъюнктуры, вот что, когда было выгоднее. На реванш они взять не смогли, они потеряли 5% голосов, наоборот. Плюс еще там перед выборами всплывали их, ну, то, что они делали перед предыдущими избирательными кампаниями, когда, ну, там совершенно какие-то мелочные вещи, вот, когда политики из этой партии там, ну, там на самом деле были и из других партий, но в основном из этой, вот, как они говорят, значит, вот в таком-то квартале там избиратели эсдеков, значит, мы должны отключить им лифты, вот, и, значит, они не пойдут на выборы. Не доедут. Вот. Или там какие-то албанцы этнические возвращаются с заработков, чтобы проголосовать. Вот. Ну, значит, у албанских партий будет больше мест, значит, мы должны там устроить какую-то небольшую аварию на дороге, и они тупо не въедут в страну. Вот. И в итоге и они потеряли голоса, на самом деле потеряла голоса и правящая социал-демократическая партия. Ей по-любому придется договариваться, ну, в принципе, как и до этого было, с какой-то из албанских партий, которые тоже там представлены в ассортименте. Одна из них уже вступила в союз еще до выборов с этими эсдеками. Ну, тоже, что примечательно, что и в Македонии, вот, получается, третья страна уже после Словении и Хорватии, где тоже в парламент прошла новая, молодая, недавно созданная левая партия, левица, вот, которая как раз пытается выйти за рамки этого такого такой дихотомии, где у вас есть вот какие-то национал-консерваторы и типа социал-демократы, но при этом ни те, ни другие не ведут политику в интересах ну, тех же трудящихся. Вот, которые, хотя одни любят говорить о народе, другие тоже иногда вспоминают, что там есть какие-то рабочие, но по факту политика и тех, и других, она в интересах совершенно другой категории населения, и это видно потому, что Македонии одни из самых низких в Европе корпоративных налогов, то есть налогов на прибыль. Ниже только в той же Венгрии. Вот. И, кстати, партия ВМРО обещала понизить еще больше, вот, чтобы все-таки выиграть в этой Олимпиаде. Ну и вот тот такой пример, тоже явка существенно ниже была, там где-то процентов на 15 из-за условий, в которых проводятся выборы, возросла при этом явка как раз для албанского населения, и это тоже такой болезненный вопрос, потому что там больше четверти населения Македонии это албанцы, вот, и там периодически тоже всплывает идея какого-то албанского идентизма, что там нужно объединиться с косоварами и войти в состав Великой Албании. Ну и здесь мы видим тоже продолжение вот тех же каких-то националистических штучек и борьбы разных там местных национализмов. Но тем не менее, по крайней мере в этом случае мы видим, что при всем при том, ну, какой-то удалось погасить какую-то опасность действительно какого-то взрыва этнонационализма по поводу вот того же названия, вот, и там тоже были протесты, движения, причем, как потом оказалось, одни и те же какие-то бизнесмены, например, там какие-то российские олигархи оказывались спонсорами православных националистических протестов как в Македонии, так и в Греции. Там, только там антигреческих, там антимакедонских. Вот, но вот такие дела. Спасибо большое, Денис. Напоминаю, спасибо. Наш партнер медицинский центр «Призмы». Мы благодарны всем нашим спонсорам, подписчикам на Патреоне. До новых встреч.